Добрый день, подписчики и не случайные гости моего канала. Вот решил вам показать своих зайцев перед отправкой в деревню. Вот, в принципе, у них один вообще вот этот, можно сказать, выздоровел. У него тоже один глазик был прикрытый. Сейчас вообще вот он себя хорошо чувствует. Вот там еще один сидит. У него глазик, конечно, немного какой-то еще такой тоже прищурен. Но, в общем, я, насколько понимаю, все-таки это не миксоматоз у них. Вот. Либо это аллергия, ну не аллергия, а реакция такая на прививку у них пошла, возможно. Либо это конъюнктивит. Ну вот он один вот сидит. Вот. Прошло, получается, уже 2 недели с того момента, как я вот обнаружил, что они здесь заболели у меня. Вот. Но скажу сразу, что я лечения никакого не проводил. Вот. Единственное, вот когда приходил, я глаза им протирал. Вот просто как бы удалял вот этот гной. И если глазки были слипшиеся, то просто вот, ну, получается, разлеплял их. Вот. Больше ничего я не лечил. Вот, ну, я как понимаю, все-таки это конъюнктивит, видимо, у них. Вот, но тем не менее, они вот вроде живы, здоровы. Вот. Ну, глазик, вот он у него такой вот. Не совсем здоровый, конечно. Но тем не менее. Вот таким образом. Ну, наверное, я думаю, я прав в предположении, что это конъюнктивит. Слава богу, что не миксоматоз. Больше никто не заболел. Вот самое интересное, что заболели только вот эти альбиносы, вот эти белые с красными глазами. Только они. Вот. Причем вот у меня те кролики, которых я отвез в деревню, в вольер выпустил, тоже у белых, у двух, ну, тоже такая же история повторялась. Вот я не видел, ну. Говорят, что то же самое. Ну, конечно, я никого не призываю не лечить кроликов, да, но просто у меня сейчас не было возможности к ним приходить сюда, как-то там какие-то уколы делают 2 раза в неделю, ой, 2 раза в день. Вот, у меня просто физически не было на это возможности. Я вот как бы так на авось все это пустил. Вот, ну пока вроде все нормально. Сейчас я их уже в это выходное повезу в деревню. Тоже буду выпускать в вольер. Вот такие вот дела. Все. Всем удачи. Пусть ни у кого кролики не болеют. Спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале.